По сообщению из оперативного штаба на 13.00 22 августа, объем воды в чаше карьера составил 20 650 кубометров. Уровень воды в самой шахте находится на отметке минус 242. С утра продолжается работа по организации управляемого спуска воды из карьера с помощью направленных кумулятивных взрывов. До обеда в водоем карьера сбросили 12 зарядов. Пока есть угроза неконтролируемого прорыва воды в шахту, спасательные работы под землей запрещены.